Так, Вагабунда в рейд. Он только что писал, что его в рейд запихало, вы его снова в рейд хотите? Именно так. Ну, легену тащите. Я ушел на замену, потому что что-то просились только вроде народу. Вот чат. На эровскую бучку. На плащ. РТДш. Маша хочет за Редрика зайти, чтобы Редрик у нас был. Кису, это здесь? А то нету, да. Не, у нас есть Редрик, он в 7-й пати. Сейчас зайдет. Возьмем просто Редрика из 7-й пати, все нормально будет. Так, и Гену присмонят. Чего вы начинаете сразу? Че началось? Все, погнали. Может, я тоже хочу зайти на Редрика. Кислый. Что? Да, что, два пака сагрили? На плащ. Да, ассиста. Нормально, что, в две стороны будем дамажить. Хилыка. Ой, сорвал. Ну, блядь. Кого танчишь? Какого танчишь вообще? Со стороны кого-то не бейте, он подводит ко второму паку. Не трогайте трассу. Мы бьем слева. Слева направо. Я вообще ребенку снизу говорю. А это еще кто? Кардвейн. Блин, рубят. 90. Кардвейн сейчас будет очень больно. Ну, рубят, 90. У меня нет, так что не так уж и больно. Чем поражать? Ты не нажми 90 агро. Я подумаю. И как их всех собирать, прикажете? Трудом. Ну, развлекайтесь. Между прочим, мой телефон не задел никого. Я на поле. А почему сразу твой? Да как ты отличаешь свой от чужого? Да. Вот это чей был? Может, это вообще мой был? Я не знаю, чей это был, но вы сейчас доиграетесь. Сейчас Нургалет разозлится, он в гневе страшен. Между прочим, мы сбиваем косты. Да, кстати. Чё, Карина? Сейчас будет тут трэш чистить дольше, чем в РСХМ. Вам это надо? Мне а, нет. Ничего хорошего не говорит. Продолжаем спамить, ребят. Ой, Артемия, ты как моя бабушка, отвечаю. У меня бабушка есть, она постоянно ворчит. Только ей 70. Да, Артемия просто вечно недовольная. Да нет, мне кажется, у нее да, работа их можно ворчать. Из инста вышвырнуть, нет? Это чисто уже, мне кажется, профессиональный у Артемии. Закинь их в доллара. Не, просто из инста, типа. Надо попробовать, да? Ген, а давай ты еще халика в ЦЛКшку закинешь и поспорим в битву титанов, когда я, кстати, играл. Мой самый первый сервер был маленький, буквиловатый. Там, короче, регру, можно было косты сбивать. То есть, когда он начинает кастовать типа вихрь костей, ну, кидаешь тайфун, сбиваешь ему каст. Нормальное тело. То же самое там на тухлике нагнило. Кто такой Кардвин? Чей это? Покупатель на плащ 10 раз сказала. Кто такой Кардвин? Он постоянно пытается что-то купить, ничего не падает, он вешает КД. А какой плащ? Блин, один патч падает, РТДшник. На милика. Там он заявился. Ой-ой-ой. Что происходит? Сейчас давайте с этой стороны тогда подход прочистим. Я, конечно, не эксперт, но почему РС обычка это всегда цирк с конями какой-то? Потому что все пиздят и никакой нахрен дисциплины. Отверни от рейда, пожалуйста. Сейчас, Полин, подожди. Затолкали. Ну в текстуру это уже слишком. Сколько КД у этой шляпы, которую вы толкаете? 30 секунд. А, 20. 20 еще есть. Спасибо, что согрели трэш, который мы вообще никогда не бьем, потому что... Какая разница, с этой стороны мы зайдем, будем с другой.
Нормально. Я, короче, постою здесь. Вот знаешь, это так же, как в Горожане пошел, но надо обязательно везде все посмотреть. Да, кто-нибудь в пульте Болтара покажет. Пока никто не видит. Кто бы Тайфун, пожалуйста. Протолкайся сюда. Самое забавное то, что... Чтоб долго не затягивать, в пульте сразу всех трех мини. КД 20 секунд. Самое веселое то, что Савы-то в рейде 3. Бейте с маленьким ХП. Потарги. Да, только балуются две. Кислород и Афони, кстати. Кстати, интересный момент. Домашить, а сами пойдем попьем чайку. Вернемся, не пусть весь трэш зачистит своими твоем. Между прочим, Сову вот дамажу. Отвечаю Артемия, наверное, когда какая-нибудь вечеринка со своими друзьями. Она, наверное, одна из тех, которая говорит: не, ребят, это хуевая идея. Блядь, не всем в опять мы штаны закинули на крышу веранды. Да-да-да, когда все наебенились, и всем уже все равно. Артемия такая: ребят, ну вы будьте адекватными. Не, нормально. Да. А вот интересный момент. А если спулить сразу всех трех миников, они их можно в одну кучу собрать из. Можно время сэкономить. Можно очень быстро умереть. Господа, а почему у нас танк на 9 месте по ДПС в трэш? Захватить еще того моба, пока мы тут. Не, мне просто интересно, их вообще реально как-нибудь в одну точку свести? Не, ну да, типа ты к этому не пройдешь, пока ты двух не генерал. Вернитесь. Сука ты, блять, кто это сделал? Да Фань, да не в ту сторону толкаешь. Коняка, коняка, это ты? Как это нет? Я по твоему голосу слышу, что это ты. Вот там, видите, Шанрук ветку же балует. Тягивает. Блять, они на меня бегут, блин. Тогда чешек, по-моему. Сова, хорош, хорош. Гифка на фоне. Дайте собрать, не видите, что ли. РТД чешка кому-нибудь нужна? Нет. Не, навряд ли. На успех. Ты её кардвейн хочешь загнать, нет? Да постоянно, да. Каждый рейд, блядь, заебали уже эти райки. На успех я бы поролила, РДД чешка. Ну, не критично. Норгляд, давай я тебе сделаю геровскую. Ну, геровскую мне никогда не получить, а обычки. Ну, как я говорю, это лучшая трейка до геровской. Ну вот, я бы пролила на Элима. Че, покупатель не говорит ничего? Покупатель, че за ним? А хули ему говорить, он думает, топовые гильдии всегда так ходят. Я говорю, давайте для прикола сагрим хотя бы двух миников. А он просто потом в своем особисе будет рассказывать: блять, вы что делаете? Тактика такая, короче, пулим весь трэш, совы тайфунят, блять. Там кто-то интересит и бегаем по всему. Что ответить на вопрос о РДД чеш? Они. Ответь, что на нее есть один человек из мейн состава. На офтпек. После этого никому она больше не нужна. Как только она освободится, мы тебе сразу напишем сердечко, там любовь. Еще кто-нибудь из звезды, на еще это КД может быть две чешки, даже три чешки. Так, стоп, фуд. Покупателю скажи, извините. Твинки все вышли. Идем только мейнс осталось. А напуливать на софта можно продолжать? Да. Что-то кишка и всем настроение испортил, да, как будто бы? И слава богам. Ну, гадил. Вы разумитесь. Не. Ну, значит, передохните все к чертям собачьим. А дача тут? Ну, все, можно пойти босса. Левый, может, не его не было в дискорде. Так,
Это не он, что ли, сейчас спрашивал, у вас всегда так происходит? Это же он, по-моему, был. Нет, да, это второй два раза. Артемий, покупателю скажи, извини. Какому покупателю? Так. Что? Кардвейн, кто это? Покупатель на плащ. Я 10 раз сказала в начале рейда, покупатель на плащ, покупатель на плащ, покупатель на плащ. Еще 10 раз. Про чешку. Про это чешку я уже спрашивала, другой покупатель. Это у нее так бомбит, да? Карина, все да хорошо. Да вы просто бесите, у меня час ночи, мне нужно готовиться завтра к экзамену, а вы тут сидите и сходайте хрен. Спасибо. Так я сама пошла в РС. С одной стороны, я не учу уроки. Я сейчас все Тиму танчить буду. Подожди, а до этого ты орал, типа, на... Что фут? Йора, на что ты рассчитываешь? На чешку милишную. Кому-нибудь на успех из мейнов нужна она? Тебе на танка не нужна? Или Афоне? Да не надо. Что и нет. Все, ладно. Кирс на Энха? Нет, он сказал, не надо. Мы уступим. Девочка, мы льгот. Мозер, на ханте КД? Нет. На престол? Я хочу ЕПшку на престол. Ладно, все. А мне тут ничего не надо, я просто иду за ЕПшкой. Так, кто у нас? Так, Вага на замене, кто еще на замене? Сантей нет. Сантей, ты тут? Аскелон, не знаю, ну Амулон. Ставлю мясо. Амир, ты в хиле? Пока да, окей. Жду. А кто? Я типа теньку им одену. Чего не хватает? Я, кстати, в хиле могу ее одеть. Оденьте кто-нибудь сапфир, ребята. Я надел. Сапфир, Дрэйн, чего не хватает? Все хорошо у меня, я просто ебалом вниз, как только скажете, что пулем, я ебало приниму обратно. Ребенку домашку делаю. Все, Норглет пошел. Где-то там, где-то там, где. Че, ты где рыбу? Бес. Мы хоть раз на этом минике Геру давали. Когда было освоение, я помню. Помните, как вайпались? Эхес, я вызываю тебя, Эхес! Есть! Аскелон спит? Он рассматривает камни. Не мешайте ему. Он но думал, что полтора первым будем. Да, надо хоть дотов накинуть для ДПС. Ну ты должен хоть, да и ниже Норглета. Шо, 7к мало, да? Ник-ник. Афоня в танк. В самом конце трупнул. А, нет, Афоня, отставить. Аскелон в танк. Ты вон камни рассматривай. Сколько больше у ребят, скажи? Первый Норглет, потом Кават, третий Аскелон. Полторы минуты. Да, за полторы минуты. Пуси на Норглете, Полина на Кавате, Кирс на Аскелоне. А Скилл он вообще в дискорде? Ну, примерно полторы минуты. А, все, вижу, успехнулся.
Я думал, через рекаунт покажет. А скилл он какой копию забирает? Последнюю. Окей. Да и две, Настя. Хорошо знать, как встать. Я вниз, как всегда, все хорошо. Хорошо. Цирк приехал. Сильнее страдания. Давай, а что такое? Кто там второй ловит? Красиво. Я даже не бил его. Да я не стреляю. Поднимите, пожалуйста. Да лежи. Или сам будет встанет, как он двери, вот они. Спасибо. У меня вот сегодня после ЗС-ки глаз дергается, когда тотем на хас не вижу. Знаешь, что самое забавное? Он всегда стоял. Просто так его не вижу. И поэтому сейчас возле шамана где? Кто ставит тотем из вас? Здесь я ставлю. Скорость всегда ставится, да? Здесь не нужен. Тут шаман, в принципе, больше ничего не ставит. Чего? Дайте бафчик хотя бы. Пошли сюда. На полширки. Да, мудро, сейчас этим походим. Тебе фейерварк не надо давать, да? Не знаю. Сильные ли у нас тогда? Кирс, а как в твой мувен добавить? Тотем. Что? Не кисло, Кирс. Это, как в твой мувен добавить?
Ты нашел, то также типа раз. Ставишь баф на персонажа. Да, и... там есть одна отдельная такая фигня. Тотем не работает так. Он так не работает. Не ставил. Так, в смысле, когда ты играешь шаманом, у тебя это все работает. Он для приста просит. Мы потом с тобой поколдуем, как и с Кирсом над. Чтобы рейду не ходить. Цвет, кого? Че по хилам? Ника, нажми эту, Ника. Ника, нажми эту, пожалуйста. Короче, я хочу свет, чтобы далеко не бегать. Мозер также забиваешь и все. Не работает. Работает, ну. Хотем через Е написал. Может убьем босса потом? Так, Полина, Пуси, Дейдра, Тьма. Я убил Кир свет. Ставлю рыбу. Первая, вторая тьма, третья, четвертая свет. Давай. Я убрал, чего не хватает? Мне хватает всего, мне надо ребенку отдать снежинку, блять. Я убрал, спрашиваю. Куда побежали? Он с другой стороны заходит. Что ты убрал? Зашли, зашли. Отошли подальше. От руны отойдите. Вороки. Собак без ПО убрали. Диспел вверх Элбрил. Вниз Дейдер. Саш, микрофон. Метеорит. Так, кто тьму танчит? Танки? Очень интересно, блядь. Ну, кого мне зубы кидать? Тупочка. Нет, так нет. Калат проанонсишь, когда поставишь. Заходим. Если посмеете. Крути, 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 крути. Не сильно, все. Даже... Короче, смотришь в жопу босса. Как только к хвосту босса подходит, Гена. Говно подкручиваешь. Если бы не заорали, я бы лезвие догонял, а не уходил от него и все. Надо отходить. Не надо. Вот так вот самое лучшее. Ну, сказали бы, как вести. Догонять. Да, хилу докастовать удобнее, когда от него лезвие уходит, а не за него. Ника. Ника, сейчас на лезвие набежит. Нормально. Не успела произнести. Сзади портал. Портал. На танке. Метеорит. Талим, БР. На танке. Вставай. А кто с меня застрелил?
Дай две. Я сама с себя здесь прыгнула, не может быть такое. Чма стоп. Тимми. Кислый. Метеорит, бежим. Может, Геру в свету, нет? Ой, Чима стоп. Во тьме тоже Геру дает. Во тьме Геру. Обратно. Тьма, догоняйте. Свет стоп. Бьем. Сорот. Да. Все ебало в чешках, ребят. Насыпало. Давай, так кого не держишь. Чешки, куда девать? Помогите. Че там, из этого никто ничего не продает? Много чешек упало. Угу. Четыре, Леха, четыре. Пожалуйста, ИП. Дайте портал магию. Отпустите нахуй сюда, блядь. Да, отпустите ИП-шкой, пожалуйста. Браслеты в левую и в правую руку. Урол магии в табычку пойдем. Гоу-гоу. Сейчас, секундочку, начисляю ИП. Только с магика начнем. ИП за груляпи, тут за магика. Интересное предложение. ИП за груляпи.